Добрый день. Елена Баринова – водитель со стажем. Давно мечтала о новом двухколесном друге. Теперь поездками только по городу не ограничится, рассказывает женщина. На новеньком велосипеде отправится в загородное ралли на природу. Неожиданно, приятно, здорово. Мечта такой велосипед иметь. Я живу рядом с парком загородным, поеду туда на природу кататься. Велосипед стал главным призом акции «На дачу с удачей» ежегодного проекта компании «Энергосбыт Плюс». Правила просты. Потребителю необходимо было оплатить счет за тепловую энергию за май и внести аванс за июнь. В этом году победителями стали 4 жителя 4 городов Самарской области. Акция проходила с 1 по 30 июня, проводится второй раз в нашем филиале. Участниками стало 2300 человек. Приблизительно по всем городам присутствия. Это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань. «Энергосбыт Плюс» продолжает радовать клиентов подарками. Сейчас в самарском филиале проходит акция «Офис в кармане». Для участия потребителям нужно до 30 сентября оформить подписку на электронную квитанцию. И уже в октябре определится победитель. Счастливчик получит новый смартфон. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.